25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кельбеджерский район. Глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции Сойгбулак открытого акционерного общества «Азеренерджи», ознакомились со строительством завода по разливу минеральной воды «Истицу». Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, проделанной в лечебно-оздоровительном комплексе «Истицу». Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Чырак-1» и «Чырак-2» открытого акционерного общества «Азеренерджи». Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Зар.